Небольшой храм на улице Донская появился около 10 лет назад. Его строили, что называется, собирая с миру по нитке. Назвали в честь Иоанна Предтечи, ближайшего предшественника Иисуса, святого, который крестил Христа. На Донской храм построили для этих же целей, для проведения таинства крещения. Сегодня в храме престольный праздник. С самого утра началась служба в честь Иоанна Крестителя, которому молятся об обретении своего пути, преодолении жизненных трудностей и за детей. Все храмы православные, которые есть в нашем городе, построены во славу Божию, построены Господу. Это праздник, в честь которого освящается престол в этом храме. Поэтому правильнее назвать престольный праздник этого храма. А вот у этого храма престольный праздник сегодня – праздник в честь Рождества Иоанна Крестителя. Храм Иоанна Крестителя сегодня был полон людей. Маленькая церковь едва вместила желающих поклониться святому пророку, образцу духовной силы для всех православных. Мы должны в своей жизни уподобляться ему, приближаться к Богу. А это все достигается любовью к ближним и деланием добра. Самое главное – делать добро ближним и любить всех, и врагов, и друзей, и близких, и родных. Спаси, Господи, люблю. И твое, и благословение стояние твое. Закончился престольный праздник молебном. Его, чтобы не тесниться в стенах храма, провели прямо на улице. Помолились и осветили воду. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.